Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео я хочу показать вам, как я делаю, значит, эти магазины. Они уже закончены. И я планировал... Первая у меня работа была на изготовление 10 рамочных уликов. Это 8 рамочные, облегченный вариант. Хочу вам немного показать нюансы, как я изготавливаю. И у меня приспособление. Когда я раскраивал доски, то пилил на 4 части с помощью бензопилы. Теперь вот на такой вот каретке на станке распиливаю еще пополам эти доски. Сейчас уже почти полкучи мы спилили. Так, все, вот я уже переторцевал. Теперь надо будет строгать. Потом выбирать фальцы, четверти. Сначала заготовил я на магазины, потому что их клеить не нужно. В первую очередь сделаю магазины. Сейчас надо фугнуть их и пропустить под рейсмус. Мы эти доски прострогали в размер, толщина их теперь 25 миллиметров. И сейчас прогоняем на циркулярке, это будут магазины, значит 165 должно быть в частоте. Одну сторону я строгнул под линейку, с другой стороны пропускаю под пилку, она чисто берет хорошо. Вот мы уже в размер заготовили. Это у нас идут передки и задки. А здесь у нас бока. Это будут магазины. По размерам заготовки. Значит, передки и задки у нас 165, ширина. Это будут фальцевые улики. И 37 сантиметров и 2 миллиметра длина. А соответственно бока у нас имеют 49 сантиметров и 3 миллиметра. Вот так вот они будут собираться. Я тут еще нигде не выбирал четверть. Сначала вот только перед как выбираю вот это. И толщина этих проушин ровно сантиметр. Глубина вот на толщину боков 25 миллиметров. Так оно будет собираться. Значит, после того, как выберу здесь, буду выбирать нижний фальц. А когда уже корпуса будут собраны, потом уже буду проходить верхний фальц и делать ручки по кругу с помощью фрезера. Фрезы, вернее. Теперь сделаю выборку под рамки.
Теперь делаем разметку вот с помощью такого вот несложного приспособления. Торчат шурупчики 3 мм. Вот так вот доски. Здесь упор я сделал, чтобы было удобно. Ограничение. И такой секрет. Когда будете сверлить, то для разметки, отсюда сверлить с этой стороны, чтобы оно не убежал шуруп. А уже крутить отсюда. Перед этим я просверлю тонким сверлом по разметке, а потом шуруп. Вот таким вот. Одним нажатием сразу разметка на 3 шурупа, на 3 отверстия. Вот так вот. Раз, 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 раз. Все на эту сторону. Вот. Вот. Очень быстро и удобно. Собирать я буду корпуса шурупами саморезами 45 мм. Это с вот этой тонкой стороны, а потом еще с другой стороны 75. Вот такое у меня приспособление, кондуктор или как его можно назвать. У меня тут переставляется по высоте, надо сейчас вот это вот опустить на другие отверстия. Эту переставлю внутрь, чтобы было ближе сюда, потому что это настроено на корпус, на рутовский, не на самый большой, это на додановскую рамку сейчас стоит, на 10 рамок, а это магазинчик на 8 рамок. Сюда нам надо будет ставить доску, чтобы оно в центре как раз жало. Ну, повторюсь, что рассчитано было на 10-рамочный улик. Это 44 идет корпус. А здесь корпус идет 37. Значит, как раз сюда, ну, хотя бы 30-ку. 30-ку ставить и будет нормально.
Фальцы уже выбрал я. Вот, в магазине. Вот такие вот фальцы. Немножко люфт специально сделал. Теперь нужно выбрать ручки. Со всех четырех сторон. С помощью фрезы. У меня три фрезы по 6, как раз будет 18. Я уже говорил, что это эконом вариант. Вместо 30 доски, ну в чистоте, используем 25, аж и нашиваем рейку. Потому что если сделать углубление вот здесь вот на сантиметр, не будет сверху фальца, не получится. Поэтому здесь нашивается полсантиметровая рейка. Наклею вот так вот. Я мажу клеем и степером приколачиваю. Ручки уже готовы. Со всех сторон.